Занимаюсь чем? Напишу музыку, вот мне осталось, что там, два трека, и выйдет новый альбом, который будет называться Formalization of Siberia, то есть формализация Сибири, так как живу я в Сибири. Сейчас живу в Новокузнецке, вот здесь, как видите. Однокомнатная халупа за 2000 рублей в месяц. Нормально, в принципе, чё? Слышите, да? Это мой новый трек Formalization of Siberia, одноименный с названием альбома. Клёвый, да, трек? Клёвый. Видали, да? Это дедушка Аффикс Твина. Моя муза, мой вдохновитель. С волынкой. Где-то год назад у меня была мечта записываться рядом с Аутехром, то есть на Warp Records. Теперь я поменял свою мечту. Я хочу быть владельцем Warp Records. Глухо тут в кузне, по крайней мере, с народом, который слушает нормальную музыку. Но зато сейчас появился как бы человек, у которого можно информацию хорошую брать. Не помню, как у него фамилия. Зовут его Валера. Погоняла лирик. Группа Stereo Modus, короче. Да вообще веселая ситуация. Приезжаю на симпозиум, практически абсолютно в Кемерово, вообще никого не зная. Тусуешь там, колбашишь. И в один прекрасный момент, во вторую ночь, после выступления новых композиторов, город Москва, диджей Хризолит. Выходит диджей Хризолит, такой дяденька с усами и с бородой, вот, и ставит трек, от которого у меня в голове просто все путается. Я стою так, смотрю в пол, понять ничего не могу вообще. То есть я просто понимаю, что этот трек мой. Ну и я прорываюсь к этому диджею. Хожу к нему, говорю: слышь, чувак, ну, ты где, говорю, вот этот трек взял, который первым играл? Ты, конечно, извини, что я так тебя тут сюда вломился во время того, как ты играешь, но этот трек мой, если чё. Ну и в конце концов, он мне просто говорит тебе привет от Химика. Плюс с меня гора с плеч упала, конечно. Ну, Химик — это мой кореш московский. Отвалите, камерщики хреновые! Дайте поспать музыканту бедному. Ну что ж, вот и новый день. Пойдем сейчас вон туда. Клевое место такое, вообще классное. Центр города, не знаю, как забросили здание бедное. Но там хорошо, вообще там весело. Ну ладно, меньше текста, let's go. Я не смогу там без сигарет. Много тут историй было на этой крыше. В том году мы тут висели постоянно, любовались видом. Центр города очень довольно-таки красиво, особенно ночью. Один раз я здесь даже переночевал, один я боялся тут всего, всяких звуков и шорохов. Вот оно, таки то самое место, где мы висли, пили водку. Ох, как тут несет-то ветром, какой вид. Одним словом, Новокузнецк. А вот здесь я спал, кстати. Как-то тут грязно сейчас. Раньше ничего было, нормально. Можно подняться на крышу. Пойдем? Правда, на крышу подниматься довольно-таки опасно. Здесь нет никаких приспособлений для того, чтобы это сделать. Но я поднимался, я помню. Попробуем. Thank you.
заводы. В 8 часов по всему городу слышно громкий-громкий гулкий гудок. Ну, прикольный звук. Вот. После которого мы узнаем о том, что сейчас 20:00. Муравей сидит на рельсах, ёп. К нему второй подходит, говорит, подвинься, дай сюда. Кемерово.